Уважаемые автовладельцы, замена тормозных колодок – достаточно простая операция, которую может сделать каждый. Единственное, что нужно всегда помнить и выполнять. Первое – чистота каждого элемента. При необходимости замена элементов тормозной системы на качественные аналоги и использование правильных смазочных материалов. Для замены тормозных колодок, даже самостоятельных, в условиях гаража, нам необходимо минимальный набор инструмента, откатной домкрат и хорошее освещение. Срываем колесные болты, поднимаем машину на домкрат. Установлена система АТЕ, тормозная система АТЕ. Для открытия суппорта нам необходимо снять заглушки. В процессе демонтажа направляющих мы уже можем делать первые заключения о состоянии тормозной системы и направляющих. Направляющие исправны, но мы видим следы грязи, которые здесь остались, которые в дальнейшем будут препятствовать движению, их необходимо удалить. На автомобиль мы будем устанавливать английские тормозные колодки производства компании ABC. Для правильной работы тормозной системы мы пользуемся в том числе смазочными материалами, смазкой МС-1600. Ее можно наносить на тормозную колодку, тыльную ее часть, для предотвращения скрипа тормозов. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away? Уважаемые автовладельцы, мы закончили замену колодок на данном автомобиле. В своей работе мы использовали абсолютно простой инструмент, который есть под руками каждого автовладельца. Секретом данной операции является то, что, первое, мы добивались чистоты каждого элемента тормозной системы. Мы произвели осмотр и дефектовку каждого элемента резинотехнических изделий. По необходимости мы их могли заменить, также и заменить направляющие. Мы использовали качественную смазку. Могу поделиться своим опытом, что после начала использования данной смазки количество рекламаций практически пришло к нулю. Огонь, реально тормозит. А главное, не шуршит и не звенит. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго, заезжайте.